Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я, Джуз, и сегодня мы с вами, наконец-таки, будем искать крутых монстров. Бан-бан в Роблоксе, у нас здесь вышло обновление, давно оно не выходило. Добавилось 10 новых монстров, наверное, даже из третьей главы. По-любому кто-то есть, даже смотри, есть какой-то цыпленок. Яичная птица Апила, вон он вылупляется только что. И вот у нас вот такая она становится потом. А потом Нобик на ней катается. Не знаю, с чего мне вообще надо начинать. У меня есть пока что топор, отвертка. Топор только наполовину. Карта есть. И попробуем сейчас все здесь выяснять. Что где спрятано. Но для начала мне нужно быстренько дать слово спонсору. И мы продолжим. Обязательно не переключайтесь. А спонсором сегодняшнего ролика выступает сайт rbx3.gg. Сайт, где робоксы всегда в наличии, а выплаты, ну, очень надежные. Благодаря методу трансфер на rbx3 вы получите свои робоксы уже в течение 5 дней. А также на сайте rbx3 вы сможете купить премиум статус дешевле, чем на официальном сайте. Переходите на rbx3 по моей ссылке в описании или отсканируйте этот QR-код. Переходите как можно быстрее. Я вот думаю, мне надо еще, наверное, где-то молоточек найти. Обязательно, потому что он мне по-любому пригодится. Вот топор у меня есть, так открывайся. Здесь у нас отвертка, да? Отвертка мне не нужна. Так, это ломается. И здесь придется, наверное, много чего сейчас изучать. Так, по-новому, откроем дверь. Сюда опять я пролезть не могу. Мне здесь нужен маленький морф, это я помню. Маленький морф, вот так вот, троечка, открываем. Все, побежали, вот, за маленький морф мы пробежим обязательно. Есть, и куда вообще все подобавлялось, интересно, есть новая локация, может быть, какая-то? Может быть, так, здесь посмотрим, здесь вроде бы все это мы с тобой уже смотрели, да? Тогда давай мы вот следующий поворот повернем, вот сюда в вентиляцию, вот так вот, сюда заберемся, здесь по-любому что-то есть новенького, вот тут вот. Так, прыгать я не умею, да? Прыгать я, значит, за этот морф не умею, но я могу всегда сбросить этот морф. И все, и начали вот так вот проходить. Погнали сюда, посмотрим, что-то здесь, может быть, реально добавили. Вон там вот улитка, по-моему, сидит, да? Ничего такого нет. Здесь у нас есть проход дополнительный. Так, открываем, садимся и опять проползти не можем. Опять нам все равно пригождается маленький морф. Так, давай, открывайся. А, так, подожди, а ты не открываешься? Так, давай, откройся. Во, открылась, отлично. Все, теперь пробегаем сюда и посмотрим, что здесь. Вроде бы здесь мы уже с тобой собирали, да, все. Да, но пока здесь все собрано, так что давай мы сразу телепортируемся. А куда мне сразу телепортироваться? У нас здесь нет сразу телепорта во вторую главу, так что придется ножками топать. А где, кстати, молоток? Молоток, по-моему, где-то здесь, да, был? Давай возьмем молоток. Молоток мне пригодится. Забираем молоточек. Вот, да, вот, отлично. Молоток тоже теперь у меня есть. Хорошо, ребята, молоточек есть. Теперь забегаем сюда. Так, мне нужна красная карта. А красная карта где была? Здесь? Красная карта! Где красная карта? Может быть, явно не здесь. Ладно, я понял. Мне кажется, я знаю, где находится красная карта. И она находится... Что? Джамбо Джорджи свалился. Красная карта, наверное, будет тут лежать. Вот тут вот мы как раз молоточком сломаем. Вот тут. И вон там, по-моему, была красная карта, если я ничего не попутал. Так что мы сейчас сюда сбегаем и попробуем получить ее. Бежим. И что у нас? Так, есть. Оранжевая карта у нас есть. Отлично. Почему-то в прошлый раз у меня все мои предметы сбросились. Но почему, я так и не понял. Давай, открываем и погнали. Погнали. 6 яичек, кстати, не собран, да? Но я здесь получал морф за яички. Морф за яички был получен. Так, теперь вот так вот открывайся. Во, все, теперь можем сюда попасть, да? Здесь ничего нового нет, в мусорке, может быть... Так, нет, бактерии, это все мне есть. Почему-то, мне кажется, все новые морфы у нас находятся именно здесь. Вот тут вот, во второй главе. Может быть, тут у нас новые локации появились? Открывайся, ты чего? Во, отлично. И теперь куда нам надо идти? Давай попробуем теперь пойти вон туда вперед.
Вот сюда мы еще с тобой, по-моему, не ходили. Но, судя по всему, здесь до сих пор не открыто ничего. А вот это что это такое? Лунный джамбо. Лунный джамбо у меня есть. Лунный джамбо мы получали. Тогда куда нам нужно идти? Тогда попробуем сюда зайти, да? Посмотрим, что у нас здесь. Так, забегаем. Смотрим и ничего не найдем, да? Ну-ка, дверь открывайся. Вот, открывается. И погнали. Так, смотрим здесь. Так, подожди, это я получал? Морф. Да, это улитка. Эту улитку я получал. Так что побежали, наверное. Здесь единственный путь, какой был, такой остался. Попробуем сюда прибежать. Может быть, здесь что-то новенькое и найдем с тобой. Так, поспускаемся, спускаемся, спускаемся. Так, это все было, было, было. Тикеты там, говорят. Там, кстати, так и не открыто. Хорошо, посмотрим, где у нас тикеты. Тикеты здесь, тикеты там. Но нет, здесь все еще старые морфы. Тут у нас тоже все по-старому. И с этой стороны тоже все по-старому. Да, да, здесь все те же морфы. Да, это все я собирал. Значит, не в эту сторону мне надо идти. Значит, надо было в другую, абсолютно другую сторону идти. Посмотрим, посмотрим, что может быть еще здесь. Может быть, так, здесь синяя карта нужна. Синяя карта, кстати, я вот здесь, по-моему, получал. Да, где-то здесь. Где-то здесь, вот тут вот синяя карта. Да, если что, она мне пригодится, наверное. Но может быть, даже сейчас попробуем открыть дверь. Вдруг там что-то есть. Так, открывайся. Смотрим, смотрим, ножницы. Ножницы тоже возьмем на всякий случай. Тоже пригодятся. У меня теперь... опять синяя карта нужна. Все, открываем. И погнали отсюда. Раз здесь ничего нет, значит, пойдем в другую сторону. Наверное, здесь уже по максимуму всего лежит, поэтому здесь ничего не добавили. Идем тогда в другую сторону. Вот мне все интересно, может быть, воспользоваться этой штукой. Ну ладно, вначале мы пойдем, знаешь, дойдем до конца. Вон туда, там посмотрим все. Если уж ничего не найдем, то тогда придется воспользоваться подсказкой, наверное. Потому что без нее я уже не знаю, где их искать. И здесь очень много, очень-очень-очень много. Так, смотрим. Это у нас нап-нап до сих пор здесь лежит. Дальше сюда открываем дверь. Тут, может быть, кто-то завалялся под столом. Новенький. Так, змеюка. Так, еще молоток есть. О, еще был молоток. О, карта. Так, карта забираем. Забираем карту, отлично. Есть зеленая карта, тоже, я думаю, надо будет. Здесь у нас ничего вроде бы не добавилось. А куда что-то добавилось-то вообще? Так, здесь у нас тоже. Так, у нас кнопка не работает. Это все нет. Может, здесь проход? Нет, тоже не открылся проход. Вот тут что-то лежит. О, это электрический шеф Пикстер, да? Наконец-то, первый морф. Так, электрик, да, по-моему? Подожди, электрический. Во, наконец-то мы с тобой нашли. Вот такой у нас есть шеф Пикстер. Только у него руки не сгибаются. Вертолет. Прикольно. Ладненько, смотрим, что у нас дальше. Вот это наш шеф Пикстер. Обычный. Обычный шеф. И у нас здесь Dream Sheriff Toadster. Dream Sheriff Toadster. Я его находил. Так, а это шеф Пикстер, да? Где он у нас? А как он пишется-то? Шеф... ну ладно, давай Пикстер напишем. Вот, Пикстер. Шеф Пикстер. Ага, вот. Вот такой, тоже у нас вертолет, да, руки не сгибаются, но хотя бы чуть внизу. Понятненько, так, давай сбрасываем, здесь мы нашли два морфа. Значит, остальные тоже здесь найдем. Так, мне нужна зеленая карта, открывайся. Все, погнали теперь вот сюда вниз. Здесь у нас электрический. Сюда заходим, здесь посмотрим. Здесь мы с тобой уже тоже находили, я думаю, все, что можно было здесь найти. Так, и посмотрим. Может быть, что-то новенькое сюда завезли. Ну, вот этих вот погрузчиков я не помню, что там. Может быть, они были, может быть, нет.
Может быть, наверху что-то здесь есть? Так, давай проверим. Здесь у нас дверь не открывается наверх. Угу. Тогда, может быть, тут? Тут тоже. А вот здесь что-то есть. О, бактерия Стинки Джоэл. Вау. Бактерия Стинки Джоэл. Бактерия Стинки Джоэл. А где у нас обычные? Вот вонючка Джоэл у нас появился, кстати. Вонючка Джоэл как раз стал вонючкой Джоэл. А вот остальные я не знаю, где, куда запрятались. Я вроде все пробежал, а вот что-то есть, смотри. Так, ресет сделаю, вот сюда теперь могу зайти, наверное, да? Вот у нас что-то здесь завалялось. Это обычный, да? Обычный Стинки Джоэл, вот. Стинки Джоэл, а обычный морф у меня есть. Во, отлично, теперь обычный морф. Все, мы получили и такого Стинки Джоэла, и электрического, и обычного. Есть у нас новые морфы. Это хорошо. Это очень хорошо. Так, теперь дальше посмотрим, что у нас дальше. Вот открываем дверь. Так, давай, открывайся. Где есть у нас эта лупа посмотреть? Кого мы где пропустили? Так-то мы много морфов с тобой пропустили. И непонятно, где они находятся. Совсем непонятно. Так, вот где-то здесь, по-моему, была. Во. Давай попробуем. Давай попробуем. Надеюсь, она не забагованная, как была в прошлый раз. Так, ну давай. Используем, найдем морф. Так, использовали. И мне он туда куда-то отправляет. Хорошо. Так, здесь за ящиками, что ли? Серьезно? Так. О, реально был за ящиками все это время. Это Дрим, Селина. А, нет, это Молчаливый Стив. Дрим, Молчаливый Стив. Вау. Вот такой морф был все это время у меня прям под носом. А я не знал. Обалдеть. Круто. Еще 5 морфов у нас где-то есть. Вот такая птица опила. Аж есть потом вот такой. О, деревянный Стинки Джоэл. Есть у нас Дарк Электро Стинки Джоэл. Вау. Круто. И аж Джамбо Джош. Интересно, интересно. Ну, тут тоже классный морф, конечно. Так, ладно. Давай попробуем еще раз воспользоваться. Посмотрим, где кого мы пропустили. Давай используем. И куда-то туда он меня отправляет. Да, ну ладно, побежали. Мне нужна оранжевая карта, да? Оранжевая карта. Так, бежим. Открывайся, открывайся. Сейчас мы по стрелочке попробуем добраться. Давай наверх, 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 наверх. Надеюсь, меня стрелочка не обманывает, и мы реально с тобой найдем эти морфы. Так, проходим, 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 проходим. Есть, поднялись. Теперь открываем дверцу. Вон туда меня куда-то все отправляет. Так, и куда это? Куда, куда? Стоп, в никуда. Подожди. Может, мне вот так надо пройти просто? Может, здесь реально есть проход какой-то секретный? Секретный проход? Нет, здесь нет никакого секретного прохода. И с улицы я туда попасть не могу. Ну вот видишь, в этот раз меня обманул вот эта штучка. Вон она куда-то меня туда тащит, но там ничего нет. Опять мне... А, кстати, на улице можно попробовать поискать. Вдруг я на улице что-то пропустил. Так, посмотрим, посмотрим. Так, здесь топор. Здесь у нас еще что-то. Так, открывайся. Нет, на улице явно ничего нет такого новенького. Ну почему она так плохо работает, эта стрелочка? Куда она меня ведет? Непонятно куда вообще. Куда? Что, там же ничего нет. Опять меня обманули, ребята. Опять меня обманули. Но я думаю, вы хотя бы не обманете и поставите под этим видосом свой царский лайкузик. Подпишитесь на канал. Ну а на сегодня у меня все. Следующий морф мы обязательно найдем в других сериях. Не болейте, не скучайте. Пока-пока.